Друзья, привет! Коты наши растут, скоро мамку догонят, он как кушает хорошо. Конечно, их уже надо раздавать, но мне и так нравится, что мне их не хочется отдавать. У меня уже есть желающие на всех трех, но я под разными предлогами оттягиваю. Говорю, еще маленькие, еще молочко сосут, ну подождите немножечко, станут самостоятельными. А ты живот можешь, смотри, вот же дырочка, смотри, вон, видишь дырочка, вот можешь туда залезть. Конечно, на самом деле их отдавать уже смело можно. Они уже все освоили. И альпинистами стали, и скалолазами. Сейчас кто-то свалится. Точно. У всех трех котов характеры разные. Вот, например, этот прирожденный футболист. И о его будущем уже нечего беспокоиться. Его явно возьмут в какой-нибудь клуб высшей лиги. Вон, смотрите, как он ловко работает с мячом. Ну еще пусть чуть-чуть подрастет и придется расставаться. Как мы с Марусей будем без этих малышей, я не знаю. Ладно, расставаться все равно придется, это дело неизбежное. Ну а пока сходим в гости к шиншиллам. Там малышам очень нравится. Что вы? Как коты тут? Страшно? Коты на самом деле очень консервативные создания. И даже такие маленькие очень осторожно относятся к новому месту. Ну, поглазки маленькие. Что вам, шиншиллу запустить сюда? Хотите шиншиллу сюда? Давайте я вам шиншиллу запущу. Хотите? Вон, доктор Фредди, видишь, к вам пришел? Да. Фредди. Фредди, ты знаете, как вас любит. Давай. Вот. Коты и шиншиллы сразу разделились по этажам. Первый этаж заняли коты, они еще маленькие, а шиншиллы на крыше живут. Ну это пока. Кто там? Ой, там шиншиллы, смотри, как здорово, как им. Многие профессиональные шиншилловоды меня не одобряют, что у меня зверушки, коты и шиншиллы гуляют вместе. Ну, якобы это шиншиллам неприятно и опасно. Я же давно знаю все это дело. У меня все под контролем. И шиншиллам моим это в радость. Вот эти шиншиллы живут уже у меня много лет. Вот доктор Фредди, он уже у меня 7 лет живет. Он очень любит гулять. И он любит всяких животных. И котят, и собачек. Для него это развлечение. Я же вижу, он прям просится погулять. И вторая шиншилла, это тоже самец, его зовут доктор Чинчи, он в моих фильмах женскую роль играл. Он тоже очень общительный, они очень такие любопытно-любознательные. Они сперва настороженно ведут себя, а потом открываются и идут просто вот к любым животным подходят. Не надо сюда спрыгивать, я не разрешаю тебе. Не надо туда спрыгивать, вот смотри, у тебя... Братан куда залез? Видишь, вон шиншиллы наблюдают за вами. Смотри, хочу. Вот иди сюда. Надо сказать, что у меня одного котенка мой один знакомый присмотрел еще в самом начале, когда ему было дня 4-5. Он говорит, что он самый яркий и самый красивый. И ждет, когда я его ему отдам. Он работает недалеко, часто приходит. И каждый раз, ну давай я уже заберу его. Ух ты, ну подожди, шиншиллы. Паша. Тут видишь, у меня тут идут встреча котов, давай, а то давай, ты давай, заберешь тут у меня всех котов. Я что буду снимать-то? Кого буду снимать-то? Дело, конечно, не только в съемках, просто жалко ну, расставаться. И шиншиллы, и мячик. Вот все тут веселье. Вот, смотри, как можно лазить. По стенкам можно лазить, конечно. Ну, вон там сидят Фредди, доктор Чинча. Чё ты, куда ты все лезешь, а? Куда ты лезешь, чудо мое маленькое? Ну куда ты лезешь, а? А Паши не втерпешь, уже истекся весь. Кота хочет. Борис, давай прибор твой. Вообще этому Паше 50 лет с лишним. Но когда он видит котят, он опять становится ребенком. Собирает, забирает, грабит, грабит. Так они у тебя потом вырастут, вообще их никуда не денешь. А нет, отдам, ну подожди сейчас. Нюхают такие, шиншиллы не трогают. А шиншиллы, они уже привыкли. Они с большими кошками нормально у меня. Они не боятся. Я, правда, сейчас редко стал их выгуливать некогда.
шиншилла. Ты у меня специально павильончик. Шиншиллам надоело сидеть на крыше, они уже освоились и отправились погулять. С шиншиллками, как и с любыми другими животными. Чем чаще с ними общаешься и играешь, тем они социальны и общительны. Чем-нибудь сладеньким угостить тебя, Фредди? Чем-нибудь сладеньким? Фред, угостить тебя чем-нибудь? Вот это доктор Чинча. У меня, кстати, есть ролики, где еще кот Артик с доктором Чинча снимался. Надо сказать, что Артик был с детства гораздо агрессивнее, чем эти котики. У меня этот Артик, у него прям направленность, он прям хищник-хищник был. А эти уже такие парни скромненькие. Ну вот Фред их побаивается, он, видишь, убежал. А чего побаивается? А шиншилла побаивается. Ну, посмотри, чтобы они не выпрыгнули, сейчас что-нибудь сладенькое дам этим. Вот глупыша-то насыпал яблочек, и котята смотрят, что это такое? Эти не будут, а шиншиллы будут. Давай, видишь, им интересно, что это такое в миске. Ага, вы попробуйте, попробуйте, может вам тоже понравится. А этот боится. Изюм. Какой? Бугл спрятался. Фред пока осторожничает. Кому ничего не бояться, просто. Кому дать? Фред, на. На. Сейчас держи. Мы с одним из трех малышей расстанемся. Поэтому кормить их не будем. Ехать долго, больше часа. Они уже хотят перекусить что-нибудь. Рыбу не кормить, пусть он голодный едет. Паша хочет подарить котенка своей взрослой дочери на 30-летие. Они все уже купили там, все. И корм, и даже игрушки купили, и тарелочки. Фрэнк, как дела? Нормально? Вот этот с белым носом таким, это Фредди, а вот это побольше, доктор Чинча. Это вообще на самом деле оба самца, но они друзья. Они у меня часто снимались в фильмах вместе. Доктор Чинча изображала подружку. А этот вроде как друг ее, так у них такой сценический амплуа. Они уже много лет же у меня. Вот им уже они лет по 5-6, наверное, уже живут. Вот эти ребятки. А ты что такое сидишь тихонечко в уголочке? А? Это кошка же, да? Ну-ка, кто у меня тут сидит? Или кто у меня тут сидит такой тихонечкий? Да, это косечка моя. Сидит тихенькая такая. Она в маму. Мама у нас очень такая боязливая, застенчивая. Она до сих пор особо на улицу не выходит. Мама это у нас. Она в кабинете у меня живет. И здесь она побаивается. Там собачки бегают. Вон она мявкает. А коты ничего не боятся. Самый да? Сильный первый. Пять. Было? Было два черных, ага. А я думал, трое. Черные померли через пару дней. Через три. Ну. А почему через три выходные? Раз я прихожу в понедельник, мне говорят, ты раз в субботу один, потом. Он, видишь, что уже ловит шиншилла. Видишь, что? Так, ладно, вот, Борь, ехать надо. Ладно, давай, забирай. Вот он. Ну-ка, да. Посмотри, что мужик. Мужик? Мужик, как же не мужик, еще какой мужик. Так, мне сказала дать тебе копеечку, небольшие деньги, а копеечки дать. Именно, чтобы... Ну все. Давай. Давай, пока. Пока, так я пока. Тебе буду приносить фотографии. Ладно, хорошо. Все. Этот ним уже у нас меньше стало. Остался у нас котик пушистый, красивый, глухой. И кошечка голубоглазая. Вот отдал одного. Сейчас вас всех раздам. Будете скучать друг по другу. А еще я заметил, что шиншилки опасаются, когда кошек, котят слишком много. Вот когда один и даже два, он уже довольно спокойно выходит. Ну, может, просто освоился. Один из известных писателей сказал, что только два вида живых существ на Земле способны использовать любовь к себе в корыстных целях. Это женщины и коты. Но к нашим котам это еще не относится. Они еще такие искренние и такие наивные. Хотите интересный совет дам? Что делать, если ваш кот не спит и вам не дает? А вы ему хвост намочите. Он будет 2 часа сидеть его вылизывать, ему уже будет не до развлечений. Рассказывал вам, что один из трех котят глухой. Но надо сказать, что он самый красивый и самый шустрый. Вот такой активно веселенький, характер у него прям замечательный. Не хотелось бы хвалить и хвастаться, но не могу удержаться. Наши коты не избалованы, они очень хорошо воспитаны. Они очень доброжелательные, они не пакостят ничего.
Они ходят в туалет, они не жадные, кушают, когда им даешь, не мявкают и не требуют своего. Наши котята вот сразу начинают ходить в туалет. Если вам интересно, я могу поделиться, как я это делаю. Мне кажется, что у них рефлекторно получается ходить в туалет в песок. У меня на работе много старых пресс-форм из-под тротуарной плитки. Вот я им ставлю две, одну большую, одну маленькую. Сами знаете, почему большую, потому что коты зачем-то любят потом песок рассыпать, ну, по всей квартире. Вот поэтому, чтобы он из маленькой формы песок рассыпал по большой, а не на пол. А уже когда они научатся ходить в туалет в песок, потом можно менять песок любым наполнителем, а потом просто можно бумажки бросать, а потом даже просто чашку ставишь пустую, и они ходят в туалет в эту чашку. Ну и чтобы у нас видео не было грустным по случаю расставания с котиком, расскажу вам анекдот от одного из наших читателей. Рассказывает женщина соседу во дворе. Неделю назад мой кот пропал. Через 4 дня смотрю, сидит возле помойки. Я, конечно, его схватила и домой принесла. А сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня живут 2 одинаковых кота. Сосед говорит. У меня год назад точно такая же история с женой была. Она китаянка у меня. Утром она на работу ушла, а я вышел на улицу и по ошибке другую привел. А вечером моя вернулась. Давай возмущаться. А чего возмущаться, если они так похожи? Кстати, смех этот не специально, случайно. Просто на компьютере смотрю тут одну веселую передачу. Друзья, не расстраивайтесь, что мы всех котов раздадим и нам некого будет снимать. Поверьте, нам так много есть что снимать. Даже не знаю, когда все это сделаю. До новых встреч, друзья! Прямо весь фартик, такой же боевой, ну, такой же вот шустрик, а вон девочка какая, вся в маму, она вся в маму, тихонечко лежит себе.